С вами компания «Электромотор». Хотим представить вашему вниманию топливораздаточную колонку закрытого типа. Это топливораздаточная колонка, которая способна перекачивать топливо с довольно высокой производительностью. Здесь у нас установлен в комплекте насос топливораздаточный, имеется счетчик механический для учета топлива, также топливораздаточный пистолет. Он идет с отсекателем, также можно обычный, без отсекателя, все в зависимости от ваших потребностей. Имеется здесь у нас заправочные шланги, как всасывающие, так и нагнетающие шланги. Шланги идут стандартные, масло-бензостоки, подключение 1 дюйм. Колонка у нас идет, как мы видим, закрытого типа. Ее преимущество в том, что все оборудование, находящееся внутри, оно закрывается специальной вот такой вот дверкой и закрывается на ключ. Таким образом, вы прячете ваше оборудование, и никто не имеет доступа к работе вашей техники, никто не сможет заправлять без вашего ведомства. Такие колоночки устанавливаться могут на пьедестале, также могут быть стационарно отдельно находящиеся. В задней части мы можем увидеть и специальный проем для замены фильтров. То есть также можно сюда устанавливать фильтр тонкой очистки. Для того, чтобы собрать и купить данную колоночку для перекачки топлива, обращайтесь в нашу компанию по телефону 044-530-38. У нас широкий выбор и хорошие цены.